Всем хорошего настроения. Сегодня у меня на обзоре часы от компании Navy Force. У меня уже были часы этой компании на обзоре и будут еще, поскольку мне нравится этот производитель. Комплектация. Кулек брендированный, инструкция и международная гарантийная карта. Я не знаю, правда, можно ли воспользоваться этой картой где-то за пределами Китая. Кто знает, отпишитесь. Кто пользовался, также отпишитесь. Было бы интересно узнать. Ну и часы. Чем же нравится мне компания Navy Force? Во-первых, они устанавливают японский механизм в свои часы. И этот механизм достаточно надежный и точный. Это я все узнал, читая отзывы покупателей этих моделей часов, этого бренда. Есть на AliExpress официальный магазин, официальный представитель. Ссылку оставлю в описании к видео. Очень много продаж и очень много отзывов от покупателей. Поэтому читайте, смотрите, много интересного всего пишут. Вот, кстати, эта модель часов, она как бы пишет, что водонепроницаемая, но, насколько мне известно, китайцев водонепроницаемость на 30 метров это всего лишь брызгозащита. Но пишут люди, что плавают в этих часах и все нормально. Это они делают, конечно, на свой страх и риск, но есть такие. Я бы не рекомендовал, конечно. Что еще интересного в этой модели часов и других моделях часов Navy Force? То, что они устанавливают каленое стекло на часы. И также по отзывам, оно достаточно качественное и трудно поцарапать это стекло. Это мне понравилось. И еще, конечно, то, что большой ассортимент и много разных моделей. Каждый может подобрать себе по вкусу любую модель. Вот это такой смесь классического варианта часов и какого-то такого военного стиля. Давайте посмотрим. Также мне нравится, все часы, которые у меня были на обзоре от компании Navy Force, комплектуются очень хорошими ремешками. Вот этот ремешок мне также нравится. И цвет мой, вот интересный такой цвет мне нравится. И прошит качественно, сделан качественно, брендированный. И такое впечатление, что из натуральной кожи сделан. И очень удобный. Вот это мне также понравилось. Пряжка покрашена в цвет корпуса часов, брендированная. Кстати, корпус часов покрашен темно-серой матовой краской. Эта покраска мне нравится. С этой стороны можно увидеть разные рекламные надписи. Компания Navy Force, номер модели, брызгозащита. Тут указано, что 30 метров водонепроницаемость. Также указано, что из нержавеющей стали, это, я так понимаю, это крышка. Разные рекламные надписи, сами видите. Так, а теперь давайте посмотрим на циферблат. Часы очень качественно сделаны, все с ювелирной точностью сделано, придраться не к чему. В принципе, единственный недостаток лично для меня этих часов, это вот как-то простоват фон. Я бы хотел какого-то там рифления, что ли, на фоне. Вот смотрится вроде неплохо, но вот хотелось бы что-то изменить в фоне. И еще одно, я выбрал вот такого цвета, комбинации вернее цветов. Темный такой черный или темно-серый фон и светло-серые отделения и цифры. И мне кажется, в темное время суток просматриваться время будет плоховато. Ну вот такое впечатление, что вот сейчас, конечно, при таком свете все просматривается хорошо. Но мгновенно узнать, сколько время, когда темно, будет тяжеловато, поскольку все будет сливаться. Ну вот такое мое мнение, мне так кажется. Я бы сейчас поэтому взял бы другого цвета, вернее другой комбинации цветов. Что по настройкам? Если вынуть наполовину замок и крутить его вверх, устанавливаем день недели вот здесь. Если крутить вниз, устанавливается дата. Вот. И если полностью вынуть вот этот замок, можно установить время. Вот все по настройкам. В принципе, часы мне понравились. Давайте еще покажу, как они смотрятся на руке. Удобны. Это самое главное и одно из самых главных преимуществ этих часов и ремешков, что их не нужно разнашивать, они сразу же вот надели на руку, и все удобно, и часы лежат удобно. И в принципе смотрится неплохо. Вот такой классический, более классический вариант часов, поскольку на Navy Force очень много таких спортивных, военно-спортивных моделей, а вот это такой военно-классическая модель. Ничего лишнего, все так как бы аккуратно, неплохо сделано, и эта комбинация цветов мне и нравится, только вот с практичностью то, что просматриваться будет плоховато, ну вот это факт. Мне кажется, что нужно было сделать цифры по или деление поярче. Вот такие часы от компании Navy Force. Ссылку оставлю в описании к видео. Всем спасибо за просмотр данного обзора. Хорошего настроения. До свидания.